зажигается наш черно-зеленый огонек. Мы очень надеемся, что вот это пламя вас согреет, поддерживать его будем мы, Константин Перминов, Кирилл Коровин, воспитанник Академии футбольного клуба «Краснодар», тренер Академии футбольного клуба «Краснодар». Кирилл, готов? И что сегодня ты предвосхищаешь? Ну, сегодня мы будем общаться с тренерами, со школой, которую я не так давно закончил. С пятерками. Есть такой момент. Хочется увидеть просто хорошее настроение и надежду на светлое будущее. Вы, наверное, понимаете, да, что у Кирилла немножко подмерзли губы. Мы сейчас направляемся в студию. Я сделаю щелчок, и мы в ней окажемся. Хочу выражать. Здравствуйте. Стесняется. Александр Александрович Старожук, главный тренер «Краснодара-2», Ираклий Манелов. Главный форвард «Краснодара-2» улыбается, да. Ну и главный защитник, конечно же, Вячеслав Литвинов. Всем здрасте, всех с наступающим, естественно, Новым годом. Ираклий, с тебя хотим начать. Вот ты, ну, дебютировал, можно сказать, в ФНЛ, да? Каково это вот? Ну ничего, просто чуть уровень другой. Тут мужики уже играют, это взрослый футбол. Тут надо выходить и биться. В молодежке, может, как-то легче было, а тут именно чувствуешь уровень. Ничего, нормально. Сан Саныч, ну каково, ну в любом случае подтягиваете этих людей, да, уже во взрослый футбол, но это уже реально взрослый футбол. Насколько им тяжело? Они-то правильно скажут, что им, нам вообще легко, все на кайфах, или как там у вас у молодежи говорится? Ну я думаю, тут само развитие, наверное, академии, клуба, оно так существует, что каждый год команда молодежного первенства переходит в большем количестве, наверное, по своим сильным качествам в К2, и, естественно, и я перешел с молодежной, и большую часть, естественно, мы перевели в К2, уже в ФНЛ непосредственно. Ну, а чем отличается, наверное, за Иракли чуть добавлю, наверное, уровнем единоборств, вот так как они моложе, там в молодежном первенстве плюс-минус свои ровесники, да, а здесь уже, естественно, уже мужики играют, довольно-таки опытные. Ну, раза в два старше многие. Да, даже больше. И тут, наверное, что мы заметили, тут эта лига, наверное, каждая команда накладывала свой отпечаток, наверное, в большей сложности для нас и для молодежного, наверное, скорее всего, организма. Потому что и период на это был маленький, вот, подготовительный. Адаптация, большую часть мы проходили это, наверное, к календарю, который очень сложный. Я не знаю, как и чем руководствуется этот выбор календаря. Да? Ну вот спросить, в тренировочном процессе. Мне как начинающему тренеру очень интересно об этом узнать. В тренировочном процессе по сравнению с молодежным первенством что-то изменили? Какие-то новые методики, что-то попробовали? Сразу тебе скажу, да. Ремень выкинули, потому что уже взрослые ребята. Да нет, он как бы наоборот стал длиннее, может быть, потому что до каждого надо было за укороченный промежуток времени, это месяц, да, был подготовительный, летний подготовительный период. Что касается твоего вопроса, я тебе так скажу, очень было непросто, надо было, во-первых, определить ту или иную модель, как мы будем играть, и, наверное, с футболистами в ускоренном режиме так познакомиться. И уже здесь нам надо было и определить состав, и качество игроков, и ту модель, и принципы распределить на общую командную такую взаимосвязь. Надо было очень быстро. Тренировочный процесс, ты знаешь, он один. Это так обобщу. Это сам работать с каждой тренировкой, как на последней. Вот у нас такое было договоренность с ребятами, да, вот с молодежкой. И Славка со мной работал, и Ираклий, он уже 22-й год. Мы всегда говорим об одном. Работать, еще раз работать. А там уже как получится, уже посмотрим уже на финиш. Слав, ну ты-то уже к ФНЛ привык, можно сказать, да? Для тебя это не первый сезон. Вот пришли они к тебе, какие-то там дедовщины какая-то, что там? Как ты их принимал в ряды нормальных чуваков, которые играют в футбольной национальной лиге? Ну мы очень много раз с ними встречались, еще в молодежном первенстве они к нам добавлялись, также и в ФНЛ иногда добавлялись. Мы уже как бы одна большая семья, мы друг друга знаем, мы в школе вместе учились, также они там на год младше были нас. И, ну, они пришли и показали тот уровень, то, что они могут сопротивляться против мужиков. То есть все-таки что-то было, да, Ираклий? Да не было, конечно, ничего.
Ну, смотри, тебе чуть попозже. Ты, получается, в прошлом сезоне, да, уже сыграл в РПЛ, уже сыграл за основу Краснодара. Каково это вообще? Вот в первый раз, когда ты выходишь, и тут, ну там, условно, кто у тебя первый клуб какой был? В РПЛ, да. В Грозный. Ну, например, вот перед тобой Ахмат. Ну, трясутся колени, нет? Ну, если честно, до матча очень, как бы, было волнение очень. Но я давал себе установку, что нельзя выходить на матч и волноваться, потому что начну волноваться, будут ошибки, и эти ошибки, не более центральный защитник, могут привести к голам. Ну, я вышел, как бы, несколько точных передач, и у меня все отлично получалось. У Иракли же случился вообще шикарный дебют в этом сезоне. Там огромное, сумасшедшее количество минут ты провел на поле. Расскажи, как это было вообще? Как ты выходил? Как тебя выпускали? Как ты готовился? Да ничего, я когда узнал, конечно, обрадовался, что полечу с основой. Ну, сидел на замене, сижу, смотрю. Ну, ничем не отличается от того, что вот мы играем в ФНЛ. Это, ну, одно и то же. Люди, две руки, две ноги. Ну, да. Ну, я и спокойно вышел. Я вообще даже не переживал, никакого волнения, ничего у меня не было. Ну, я просто вышел и... А ты ожидал, что можешь выйти на поле? Как бы тебя предупреждали? Нет, или... ну, там не предупреждали. Это просто счет позволял, я думаю. 2-0 выигрывали, уверенно играли. Да, нормально было. Я уже под конец думал, что уже не выйду. Там меня дергали, там вроде уже переодевался, потом сказали, пока пауза. Но потом в итоге все равно я вышел. Ну, считаю, что неплохо зашло. Что успел сделать за это время? За эти шикарные, фантастические 4 минуты? Можно я задам вопрос? В следующей передаче у нас будет новый соведущий. Как, да. как ты принял этот мяч, очень сложный, внутри штрафной, когда есть наиболее простые вещи, и мяч отскакивает на 5 метров. Скажи, да, это мне интересно. Я лично очень аплодировал и гордился, то, что вот, ты такой принял мяч. Расскажите ваши ощущения, пожалуйста. Просто у меня незабываемое было ощущение. Там связка была, я с классным взглядом пересекся, короче. Бегу за спину, он мне дает, я так технично вход принял. Надо было бить, я вот сейчас жалею о том, что не ударил. Ну ничего, потом у меня... Ударов еще будет много. Сан Саныч, вот отпускать, когда вот этих ребят, потом, да? Выведу потом нарезку. Сделать, мы это включим, конечно же, этот шикарный момент. Там в горло летела передача, он ее остановил, шикарно, я думал... Не-не-не, мы это, конечно же, покажем. Вот отпускать жалко, не жалко, ребят, да, но все-таки у вас есть свой подготовительный период, есть какой-то свой цикл, есть какие-то, ну, там, свои, не знаю, двусторонки и так далее и тому подобное, а тут раз и выхватывают. Вы сейчас на больное, да? На больное, да. Да. Ну, это, наверное, те условия, на которые мы все осознанно идем, да, и, ну, что греха таить, это ихняя работа, да, есть основная команда, как, ну, так скажем, то, куда они должны стремиться. Но это не будет правильно, если ребята показывают хороший футбол, хороший, такую готовность, можно сказать. И если не давать им, грубо говоря, понюхать этой атмосферы, да, попробовать, почувствовать, тогда, ну а зачем тогда? Смысл? То есть, мне кажется, наоборот, они оттуда возвращаются немножко с той энергией, да, и нам легче уже адаптировать их непосредственно туда, готовить. Потому что ментально они должны все равно привыкать, и чувствовать, знать, куда они хотят. И то есть, ну это, я думаю, это направление очень хорошее. Слав, вы же в этом сезоне начали играть на новом стадионе. Вот каково это было, как выходили? Расскажи про него, чем он отличается от всего, что было раньше? Ну, если честно, сколько игр уже провели на старом молодежном стадионе? Сейчас новый построили. Там, получается, тоже много еще игр с ФНЛ, где команды также не имеют этих стадионов. Мы ездили там, получается, за Калуси, играли против этих команд. И когда увидев такой стадион, конечно, стало очень, как сказать... Ну, гордишься вообще. Конечно, гордость играть на таком стадионе, потому что не сколько в России команд, не каждый даже себе позволит такой стадион шикарный. Потому что все условия для нас созданы, нам только выходить, там надо играть и выигрывать. Вот хотел бы спросить о финише, о котором вы говорили, не всего сезона, а вот этой части. В последних 5 играх 13 очков у вас, такой рывочек очень приличный. И вот хотелось бы спросить, за счет чего, как вы считаете,
удалось добавить, набрать эти очки? Я, да? Ну, так скажу. Тут очень много факторов воедино, да, сошлись. И время, то, которое мы работаем, да, вот с первого дня, уже как бы где-то, может быть, первые игры, где-то мы притирались, где-то что-то, стабилизация состава у нас, если мы так вспомним, да, мы выходили в товарищеских играх одним составом, очень оперативно у нас и лидеры выпадали, такой как Алекс Мацукатов, да, там Никита Сергеев, Слава тоже входил в сезон после травмы, Сергей Бородин начинался тоже со скамейки запасных. То есть все вот эти вот ситуации и сложности, они как бы вот на начало все, так скажем, рухнуло на нас, на первую часть. Где-то середина тоже был такой адаптационный момент, потому что когда вот этот вот момент происходит, первый, очень сложно по ходу сезона что-то наладить и так далее. Также, как мы уже обсуждали, вот этот вот момент с переходами там, в основную команду. Да, да, и как бы, а вот когда уже немножко мы стабилизировали эту ситуацию, уже наладили, потому что, вернусь, мы пробовали так играть, потом мы в сезоне пробовали и из качеств, плюс Комли добавился по ходу сезона. Тут его тоже надо было качество и взаимодействие налаживать. То есть как бы вот эта ситуация, она все привела к тому, что мы немножко стабилизировались по отношению к сыгранности, к составу. И, наверное, уже, те принципы начали уже немножко как бы в общекомандную ситуацию и в общем командную взаимосвязь приходить и делать результат уже более на поле. Потому что вот все равно, как бы ни крути, нужно время для формирования команды и для того, чтобы показывать тот футбол, который мы хотим, все равно нужно время. Как бы ни крути, как бы мы не хотели вот сейчас и сразу все. Но вот уже вот поэтому наконец вот первого круга, да, уже состав первый, скажу, стабилизировался, уже игра, уже и поэтому не заставил ждать себя результат. Ну и в конце концов, плохая лошадь рвется со старта. Ничего себе! Я так понимаю, что в следующий раз уже тут не я буду сидеть, а он будет сидеть с каким-нибудь еще одним молодым человеком. Это максимум, о том, что период работы скоро настанет, мы еще поговорим. Иракли, ну все-таки там, возвращаясь к матчу с Торпедо, ну гол же вообще офигенный. Но вспомни, как это было, просто мне некоторые говорят, да Ираклий вообще ни при чем, это Опеков там все создал. Не, ну, Русик разобрался там неплохо, я так скажу. Но он прочувствовал, это взаимодействие уже, прессинг там был. Вратарь думал то, что мы чуть не этот... Ну, как с классом. Но мы ждали, да, конечно, мы расположились. Я даже в тот момент, я спиной шел, ну, я видел то, что вратарь мяч поставил, и уже разворачиваюсь, смотрю, передача идет. И Русик сразу побежал, мяч одного финтом убрал, и потом, ну, там... На ближнюю надо было бежать, потому что там не было никого. И Сан Саныч всегда говорит, то, что ну, надо выбегать и оттуда забивать. И так получилось, что я выбежал и левой ногой забил. Ну, это был лучший гол октября, этот был признан. Это был очень-очень классный гол. Слав, слушай, ну вот когда ну, там все рассказывают, вот этот пас отдал, этот забил. Ну, вообще нет какого-то чувства, ну, я не знаю... зла, может быть, какого-то, да, там, потому что, ну, все время говорят об вот этих вот чуваках, которые пасы отдают и забивают. Я хочу заступиться. Он забил гол решающий на 95-й минуте с Томском, привез победу. То есть, случайно, конечно, но все равно надо оказаться там, да, Слава? Ну, конечно. Не, ну, в основном, в любом случае, ну, ты же понимаешь, о чем я говорю. Не, прекрасно понимаю. Ну, конечно, хочется, ну, много внимания нападающим, очень много внимания. Ну, последний защитник, который получил золотой мяч, это Ираклий, давай. Ну-ка. Пам-пам. Ну, ты же знаешь, Слав. Защитник? Да. Золотой мяч? Да. Коновару. Фабио Коновару, конечно же. Но это было очень давно, представляете, вы даже его не знаете. Не, мы вы его все... знаем. Ну, я знаете, знаю, но вы просто... даже не помните. Ну, такое бывает. И... Ну, конечно, не, когда много внимания к нападающим, то, что они там забили, они могут забить, все, они лучше. Могут не забить, но ничего, в следующий раз забьет. Либо там полузащитник отдаст пас, голевую тоже. А к защитникам один раз ошибся, и все, сразу плохой защитник, либо неуверенный, или не знаю еще, что могут там придумать.
Ну, честно, такой как бы зависти там нету. Мы тоже бывает часто забиваем. Но самое главное для меня это, когда у нас ноль, то, что нам никто не забил. И мы либо ничья, либо победа. Также вот как мы в последних 5 матчей пропустили всего лишь 1 гол, 4 победы и 1 ничья. Там потом уже звукорежиссер тебя убьет наш за то, что ты вот так вот пальцами хрустишь. Еще раз делай. У меня тоже получилось. Вот это да. Давай напоследок там закончим вас пытать. Откуда ты, как ты попал в академию, как ты здесь оказался? Я вообще сам не с большого поселка, Саугдаре называется. Саугдаре? Да, возле Крымска. Я, получается, мне вообще как бы футбол не нравился. Еще раньше была PlayStation, вот эта первая беленькая. У меня дядя играл на этом PlayStation футбол. Я ненавидел его, я просил его выключить это. Но потом как-то мне это понравилось. Он меня сводил куда-то мяч попинать. Мне это понравилось. И потом в первом классе я пошел, там еще был у нас в поселке был, и есть тренер, дядя Валентин Стуров. Он меня начал тренировать. И как-то там приезжала селекция, и отвезла меня в Славянск. Тогда еще были филиалы. Mm-hmm. И вот и по этим филиалам, мне получается, там я начал себя проявлять, меня взяли. Я начал ездить, показывать себе. Но я сначала вообще был нападающим. Я когда был маленький, я был нападающим. Ну, то есть, Сан Саныч, не случайно гол он забил, нормально, на опыте. Я был нападающим. И как-то меня забрали уже в Краснодар, я ездил сюда в академию, получается, на попутках, на автобусе, либо с теми, кто тоже пацаны, там, с филиалов. Реально на попутках? Ну, бывало, да. Либо с теми, не кто... Не переукрашивали. Нет, я тебе серьезно рассказывал. Прямом... Ну, лошади, знаешь, извозчики ездили, и он их останавливал. И так дальше. Ираклий, ты же тоже не нападающим сначала был? Не, я всегда нападающим был. С детства? С юности? Ну, в общем, нападающий. Откуда ты такой хороший нападающий? Родом из Выселок. Из Выселок? Конечно, Выселки, кстати, я вам хочу это сказать. Это самая футбольная станица нашего региона, потому что Саня Черников тоже же оттуда. Не только Саня, сейчас вот в Сочи Кирилл Заика тоже играет. Он тоже с Выселок. Он из Успенского? Не-не, он Выселковский район, он там, его родители там живут, в Выселковском районе. Поэтому вот недавно, кстати, когда вот мы против Сочи тут дома были, нас на камере показали 3 из Выселок. Приятно было, если честно. Ну ладно, не Черников, об этом. Черников, Манелов и Заика. Да. Ну, вот. А я вообще, думаю, почему в Выселках был национальный праздник, там же это, столы накрывали, люди на улицах орали и стреляли вверх из пулеметов. Да. Ага. Начну вот. Ну, я вообще брата на футбол отвел. Тогда Станислав Михайлович, Суршко и Олег Михайлович были у нас в филиале. И вот меня отвели сначала к Олегу Михайловичу. Я там буквально 2 тренировки потренировался и сразу ушел к Станиславу Михайловичу. Ну, то есть поняли, что ты как бы для них слишком хорош, да? Да. И вот забрали. Ну, и потом так... Тренировались, ездили тут, выигрывали Краснодар, там, туда-сюда катались. На попутках ездили? Не-не, меня всегда отец... Я вообще сам родился в Выселках, а жил в станице Новогражданской, это 30-40 километров. И меня отец каждый день туда-сюда возил на тренировки. И вот потом... Ну вот у нас, вот это тоже помню, в детстве, у нас была детская лига чемпионов по филиалам. Я тогда лучшего игрока взял. Серьезно говорю, я тогда забивал, что-то делал. Сейчас чуть... По-другому, ну, раньше я был хороший. Ну, поэтому меня видели, наверное, и поэтому я один из первых заехал в свой год на академию. Скоро у нас начнется период, когда ребята наотдыхаются и выйдут на зеленый газон снова для того, чтобы потренироваться. С чем вы их отпускаете в отпуск? С какими напутствиями? Не наесть, не напить? Нет, то давайте так скажем, потому что очень непростая так, вот эта вот ситуация с тем, я скажу наперед, то, что вот это вот с коронавирусом, мы очень сильно переживаем. И очень непростая ситуация, конечно. Мы очень надеемся, что у нас все, дай бог, будет все хорошо. Поэтому мы с такими напутствиями их отсылали, чтобы они пришли полностью здоровыми. Потому что у нас, мы уже и с ребятами, и опять же, это, наверное, и какая-то 4-я ситуация, где вот нас... можно сказать, по ходу сезона подкосило, где у нас и заболели и Кутовой, и Губжоков, Кратков. Мы с этим напутствием их, лишь бы они здоровыми пришли. Там уже разберемся, там уже время достаточно будет. Тем более мы едем на долгий период, все вместе. То есть
лишь бы здоровым пришли. Вот с этими напутствиями мы их отсылали. Естественно, там они будут тренироваться, программа, но для меня лишь бы они были здоровы. Ракли, когда посмотрел тренироваться, и такой немой вопрос в его глазах, тренироваться? Ракли уже прошел. Я многое прошел. То есть ты, в принципе, знаешь, что тренироваться надо, да. И сбор в Турции первый? Да. Первый и последний. После возвращения в Краснодар. Ребят, давайте по несколько слов для тех людей, которые на нас сейчас смотрят, которые, ну, за вас болеют, которые, может быть, пока по каким-то причинам не могут приходить на стадион, потому что на ФНЛ это, наверное, сильнее сказалось, чем на РПЛ. Когда в РПЛ пускали по 30%, в ФНЛ не пускали просто, ну, как бы, ну, бывало такое, да, что никого, игра при пустых трибунах, но я знаю, что люди смотрят, люди ждут, и люди видят в вас как раз будущее Краснодара. Давайте по несколько слов. Начинай, Слава. Я как младший предоставлю выбор, слово старшему. Ладно, давайте я скажу. Мы искренне хотим пожелать, наверное, от всех нас, потому что это будет сейчас долго. Передайте палочку. Перекличка, да, вот это вот. И мы хотим, что можно пожелать? В это непростое время здоровья, да, и еще больше следить за своим здоровьем. Вот это самое главное. Мы вам желаем здоровья, дорогие наши болельщики, родные и близкие, все работники клуба. Тренеры, всем спасибо, хотел бы пожелать всем здоровья. Самое главное, чтобы вы вернулись уже с отпуска в рабочее, так скажем, в рабочем настроении и в том же духе продолжали. Мы не прощаемся, мы сейчас попросим вас ненадолго задержаться, объясню почему. Сейчас придут нам другие гости, мы с ними поговорим, потом все-таки надо будет определить тоже, кто же серьезнее вообще, молодежка или Краснодар 2. Пока это будет сюрприз, как ты думаешь, что серьезнее, Ираклий? Определим, давай не будем пока давать ответ на этот вопрос. Итак, не прощаемся с вами и прямо сейчас приглашаем сюда следующих ребят. Спасибо. Да вам спасибо, пойдемте. Молодежка вот прямо сейчас у нас в гостях. Молодежный состав футбольного клуба «Краснодар». Ребята, которые выступают здорово, об этом мы, конечно же, поговорим. Роман Цирюта, Роман Защепкин и Омар Попов. Рома и Омар. Мы сейчас, у нас же есть дизайнеры, графисты, они так сделают. Омар преобразовывается в... И я так понимаю, что тебя многие Рома, наверное, и называют, да? Да. А откуда вот этот Омар, вот эта вот диковинка? Ну, я понимаю, что из Лабинска, но имя как? У меня отец азербайджанец, он мне имя дал. Такое придумал. Омар. Ну, как тебе с этим именем живется? Вообще спокойно. Ну, не Роман, в принципе. Ну да, ну нормально так. Но он не любит, когда его называют Омаром. Не будем, значит, называть тебя Рома, будем называть исключительно Омар. А уменьшительно ласкательное Омарик? Омарчик, Омарик. Ну, а я откуда знаю, как бы Омарчик? Можно Омик еще. Рома, который старше, к вам вопрос. Завершилась первая часть, первый этап, да, молодежного первенства. Как оценить этот сезон? Насколько он сложен, насколько он интересен, насколько он, ну, я не знаю, может быть, способен дать какую-то почву для размышлений? Нет, работаем дальше. Ну, все понимаем, что не выполнили задачу. Ну, это жизнь, это футбол, и на этом не стоит останавливаться. Только нужно исправлять ошибки, которые мы допустили, и идти вперед. Я им еще много раз говорил, что у них будет на протяжении всей карьеры и будут и поражения, и победы, и нужно просто делать правильные выводы и идти дальше. Ну, это же, ребята, ну, в любом случае, для вас же это молодежное первенство, Ром, это, ну, такая новая штука. Насколько было тяжело вообще входить вот в эту систему, в эту структуру? Ну, сама структура чемпионата, она совсем другая по сравнению... Два сезона назад, когда я играл в 2001 год, там мы играли, игра основной команды, игра молодежной команды, и было намного как-то проще и интереснее, когда мы знали, что и будет у нас и так далее. А сейчас мы играем с командами, которые, ну, о которых практически никто не слышал, и мы с ними выходим, играем, и непонятно, какой результат у нас будет вообще. Это нас и ввело в заблуждение. Соперника мы не знаем, поэтому такой результат. Да, у нас был план, но мы его не придерживаемся. Омар, ну ты немало назабивал вот в этом году, в этом сезоне, да, у тебя получается... Топ-5 это не 5, 10 мячей у тебя, да? Да. Какой самый крутой и какой вообще самый вот такой запоминающийся матч, который вот в этом сезоне, в этой половине сезона вы уже провели? Ну, лично для меня? Лично для тебя, конечно же, да. Ну, наверное, матч в Сочи, когда я забил там... Нормально обыграл, так двоих и забил. Ну, мы покажем этот гол, наверное, да, когда ты... Зачем ты так с сочинцами? Это же соседи наши географические. Не знаю, ну, у меня до этого гола, если честно, вообще игра не клеилась. Я просто непонятно, что делал на поле, просто бегал, ничего не шло. Потом забил и как-то расслабился, наверное.
потом нормально было. Ты что в этом году запомнил больше всего, Ром? Ну, опять же, вот мы все время говорим, вот нападающий забил гол, там 10 голов, ну, понятно, что ему еще делать? Ему передачи вы отдаете, и они забивают, да? Вот тебе не обидно бывает? Ну, когда я «Зенитом» 2 забил, мне было вообще не обидно. Там я даже один момент, когда выходил 2-1 или 3-1, я уже не помню, я отдал передачу, хотя мог сам завершать, но хит-трик мог оформить «Зениту», ну, не получилось. Ром, что за команда у вас вообще вот сейчас? Вот, да, ну, понятно, мы здесь видим забивающего, мы здесь видим отдающего и забивающего. А вообще коллектив, что это за манна, которая в молодежном первенстве сейчас бьется? Ну, это в основном ребята 2003 года рождения, и мы в этом году добавляли 5 футболистов, которые не получали игровую практику в Краснодаре 2, это 2002 года. Но в основном, ну, если вы учитываете и другие команды, составы других команд, это в основном 2003 год рождения. Мальчики, которые в прошлом году играли, в свою очередь, в UFL. Вот они поэтапно переходят, сейчас молодежное первенство. 6 место, первый этап завершен, дальше что у вас будет? Также есть и второй этап у команд, которые заняли нижние 5 мест, если мы берем с конца. И они соединяются с другой группой, и также они проводят игры дом-выезд. Только уже борется за 11-20 место. Ну, то есть мы в любом случае должны, да, должны понимать, что в этом году у нас было, ну, по сути, 2 сезона. Один завершился, да, а второй стартовал. Вот как раз тот сезон, в котором вы сейчас в молодежке участвуете. И это было хорошее достижение у прошлой молодежки. Она все-таки завоевала серебро, да, своего молодежного первенства. А сейчас, ну, насколько сильно вообще изменилась команда? Совсем-совсем же молодые ребята. То есть для них это прям вообще новинка, новье. Да, ну поменялся практически полностью состав. Я еще раз повторяю, что добавились только 5 человек, которые играли в том году в этом первенстве. А так команда полностью перешла с UFL в молодежное первенство. Вот, ну, не получилось нам попасть, но еще раз я говорю, что ничего страшного. Дальше продолжаем работать. Будет второй этап. Ну, можно спрошу. Не казалось вам, что так как в прошлом сезоне команда второе место заняла, то в этом на вас настраивались как-то сильнее, нежели на других соперников? Я думаю, что всегда настраиваться на Краснодар с двойной энергией, как, если так можно сказать. Все уже знают, что команды Краснодара, практически все команды Краснодара, это уже хороший раздражитель, и они занимают там лидирующие места уже в российском футболе. Факт общепризнанный. Сборы впереди. Что на этих сборах будете делать, что отрабатывать, над чем в первую очередь предстоит работать, ну и где, конечно же? Ну, это будут турецкие сборы, как и в прошлом году. Это 45 дней с 12 января по 26 февраля. Ну, а сборы, они, как обычно, предполагают там, подготовительную там, часть, это там, набор кондиций там, физических и так далее, работа там, тактического плана, технического также, и контрольные игры, наигрывание состава, связок и так далее. Ром, на твой взгляд, что, может быть, не получилось, а что получилось? Что получилось? У нас получилась команда после того, как мы 3 поражения подряд потерпели в начале сезона. После этого мы сплотились и... 5 побед подряд, да, у нас было? 5 побед, да. 5 побед подряд было. Мы были вообще на пике формы, такое ощущение. Мы должны были дальше приплетать все команды и побеждать полностью. Но что-то у нас не получилось, к сожалению. Вот то как да. раз, о чем Рома сказал, через тренерскую призму хотелось бы узнать. Вот вы пришли, 3 игры команда проиграла. Что вы поменяли? Что вы наладили, как-то изменили? Что команда начала феерить. Кого избили там, может быть? Не думаю, что сейчас скажу, что это что там грандиозное привнес там новое. Это будет и неправда, ну и никто этого не поймет. Просто я уже знал этих ребят, я в прошлом году с ними работал в UFL, и надо было придать им уверенности. Я думаю, что это больше лежит психологии. Микроклимат какой-то? Да, микроклимат. Мы общались, мы разговаривали, мы понимали, что нам нужно выигрывать, мы понимали, что отступать некуда. Ну, получилась хорошая серия. И, честно скажу, была надежда, что мы ее и продолжим. Но так бывает в футболе. Бывают победные серии, и после этого оказалась у нас серия неудачная.
Ну, в этом, наверное, нет ничего страшного. Там каждый, да, как вы сказали правильно, каждый мальчишка должен испытать и горечь поражения, в том числе для того, чтобы дальше быть сильнее. Ну, традиционно спрашиваем, да, то есть всех ребят, которые здесь сидят, кто вы, откуда вы, как вы оказались в академии. Амар, давай начнем с тебя. Амар из города, насколько я помню, Лабинск. Лабинск. Ну, вообще я со станицы, это рядом с Лабинском. Станица, ну, давай скажем, какая станица, или неприятно будет. Станица Владимирская. Ага. Вот. Я ездил на футбол. Начал заниматься в филиале ФК Краснодар 6 лет. Вот, я ездил со станицы в Лабинск, там 3 раза в неделю тренировки были. А далеко ехать? Ну, полчаса. Просто, ну, там рассказывали, по 20 километров люди проходили. Не прям далеко. Но меня мама возила постоянно. Вот, и так до 11 лет я катался туда-сюда. И в 11 лет меня позвали в академию сюда. Вот, и с 11 лет, уже 7 лет я здесь, в академии тренируюсь. А то есть ты на год раньше в интернат? Да, да. Я помню, ну, может быть, потому что имя такое запоминающееся, но все равно в моем окружении нет Амаров, уж простите. А может быть, потому что игрок очень хороший, я просто очень-очень-очень хорошо помню, как вот твое имя и твоя фамилия мелькали постоянно на турнире памяти Вахрушева. Вот, да. Ты там очень часто забивал. Я лучшим бомбардиром тогда стал. Да, вот это вот было. Ром, ты откуда и ты как оказался вот в этой черно-зеленой структуре, в этой черно-зеленой... Ой, я вообще со Ставропольского края, с города Невинномысска. Невинномысск, прекрасно. Да, недалеко отсюда, конечно. Я там начал заниматься с первого класса, мне было 7 лет, и я играл просто в дворовой футбол. У меня ничего не было, поле было как щебенка обычная. Я там бегал, играл, и потом просто в 11 лет мне отец такую забавную, конечно, историю получилась. Он говорит, бери вещи и поехали просто. Я не знал, куда. Он мне привез в Армавир, ближайший там город, который... Я реально не знал, куда меня повезут, но, в общем, я просто ехал, я реально не понимал, куда и что. В итоге мы просто через час приезжаем в Армавир. Это самый ближайший был филиал Краснодара, который находился от моего города, в 80 километрах езды. Мы через час приезжаем, я не понимаю вообще, что происходит. Он говорит, выходи. Куда выходить, что выходить? Ну ладно, вышел. Филиал смотрю. Ну и тут я, конечно, понял, что... Моя жизнь должна перевернуться полностью, когда я поступил в этот филиал. И там я проиграл где-то, ну, месяцев 8, где-то так. И после этого я уже тоже попал в академию. И 6 лет я уже здесь нахожусь. А где ты, где ты жил? Когда я... Когда ты был в Армавире, да. Я ездил с отцом также. У нас 3 раза в неделю были тренировки. Отец после работы меня... Из Невинномысска в Армавир. Да, и каждый раз возил на тренировки. Огромное спасибо таким родителям, которые, да, для своих детей делают, ну, так много. Ну, потому что в любом случае там какое-то личное время. Можно было в кафе зайти, например, а он за тобой. Ром, ну, вам уже вопрос, да, то есть вы не первый год работаете тоже в академии, да, то есть в основном вот кто в нее попадает? Вот когда уже люди заканчивают базовую школу, когда они уже попали, что в первую очередь с ними нужно делать? Как в первую очередь с ними нужно работать? Ну, это на самом деле тяжелая работа, потому что базовая школа подразумевает, что это еще, ну, дети, которые живут с родителями, они не оторваны от дома. Ну вот, родители возят просто, мы из Невинномысска и еще откуда-то, да? Да, когда они попадают сюда, это совсем другая обстановка, совсем весь, это другой мир. У них здесь строгое расписание, если дома там, например, родители могли там... ну, не замечать разных вещей там, то здесь это все под контролем воспитателей, они должны вовремя ложиться спать, рано вставать, у них весь день расписан по минутам, и это на самом деле, это работа их, это такая работа, которую нужно выполнять каждый день. А насколько важна в этой работе учеба? Потому что все смеются и все улыбаются, когда спрашиваешь у ребят про учебу, все, да, да, важна. Да, конечно, они должны учиться, они должны получить образование. И я считаю, что человек, который занимается футболом, да, мы понимаем, что это основная их деятельность, но параллельно они должны получать образование, как отучились они здесь в школе, и дальше идти получать высшее образование, потому что... Все мы понимаем, что не все будут великими футболистами. Амар, ты как учился, как у тебя успехи? Я закончил 11 класс с 3 четверками. А остальные? С 3 пятерки. А, пятерки, ну как бы, а Рома? Я, главное, без троек закончил. Ну, без троек это тоже очень хорошо. Без троек закончить это надо еще, конечно же, постараться. Ну, естественно, да? А вот этих парней, Ром, вы знаете, насколько давно? Вы с ними всегда? Или они к вам вот пришлые? Нет, я их знаю, ну, недавно. Но я знал их в детстве, но не соприкасался с ними, не работал с ними. А более близко мы познакомились в прошлом году, когда я работал с ними в UFL. И мы уже более, так скажем, больше друг друга узнали.
А вот вообще, ну, нет такой жалости. Ну, в любом случае, вот они сейчас играют, там, да, 10 назабивал, там, 50 не смог забить, там, 800 голевых передач отдал. Ну, в любом случае, их там заметят, ты куда-то там повыше, раз, и заберут в структуре, конечно же, краснодарской. Не жалко? Так мы для этого и работаем, чтобы они попадали выше. Избавляется от нас. Избавляется от вас, да? А какой у вас, какой Омар у вас тренер? Ну, просто сидит такой добрый, хороший мужик. А вот, ну, вот, как вы сказали, все точно так же. Но мне кажется, немножко по-другому. Пару слов. Давай. Ну, очень душевный человек, я считаю. Мне интересно, когда уже там выше уйдет или там ниже уйдет, что он будет потом говорить, да? Ром, ты что можешь добавить про тренера? Да не, я честно скажу так, что тренер с футболистами своими должен находиться на одной волне, и когда он на одной волне, то и победы, и все будет приходить. Короче, мы с вами не на одной волне. Это пока не на одной волне. Вот насколько вы на одной волне, да, футболисты и тренеры, мы узнаем совсем-совсем скоро, потому что у нас есть для вас определенное задание. Вам придется сразиться с игроками Краснодара 2, которые постарше, поопытнее, но все в ваших, в принципе, руках. Но перед тем, как вот к этому перейти, давайте несколько слов, Роман, и за себя, и за тех парней, тем ребятам, которые нас смотрят, которые за вас, ну, в любом случае, болеют и переживают, и это не только, между прочим, родители. Ну, этим парням я хочу пожелать, чтобы и они... девчонкам. И девчонкам тоже, да. Чтобы они всегда шли к своей цели и никогда не останавливались. И самое главное, это каждый день работать над собой, над теми ошибками, которые присутствуют. Ошибаются все, я и этим парням говорю, что мы все, каждый из нас может ошибиться, но самое главное, как мы отреагируем на эту ошибку, как мы ее будем исправлять. Хочу пожелать, чтобы они любили футбол. Они, я знаю, любят футбол, но чтобы они отдавали этому всего себя. Такие все добрые и пушистые, когда приходят сюда, а так смотришь матчи, там от этой доброты и пушистости не остается практически ничего. Итак, друзья, я сейчас предлагаю немножко в другое место переместиться и все-таки проверить наши силы не на настоящем зеленом газоне, а на зеленом газоне, который находится, ну, в телевизионном экране. Айда, спасибо вам большое за то, что вы пришли. Молодежка, К2. В общем, определим, кто лучше играет в футбол. Не просто в футбол, а в футбол вот на этом игровом симуляторе. Консоль заряжена. Молодежка у нас выбрала PSG, или PSG, как говорят во Франции. Ну и за Ливерпуль играют ребят, которые шумят сейчас в футбольной национальной лиге. Кто будет сильнее, я не знаю. Я остался, Рома. Слава тебе! Удар! Какой ты нападающий в детстве был? Да это ты чё, мы за Ливерпуль играем? Они за Ливерпуль играют. Ты не за тех болеешь сейчас. Вот теперь болей, вот эти три ваши. Славочка, видел, Славочка? Что было? Офсайд был, ну тут судья такой же, как иногда бывает. Знаешь, еще на вот этого игроков переключаешь, да. Поближе. Да. На вот эту кнопку. А, нормально, Слава. Середину, да подожди, да. Кого? Сюсет, ты что? Самое это молодежка проходит. Прессинг нужен, Слава. Вот, ай-яй-яй. Нормально. Это вы сейчас были, Сан Саныч? Да, да. Пошли. Да. Я вообще не понимаю. Я за Мбаппе. Славочка отбирает. Ну я знал, что это ты. Еще туда. Да куда нарушение? Не-не-не, на выезде. Ну судья в пользу слабых судей. Да, вам не видно. Ой-ой-ой! Беги, Литва! Ай! Все хорошо, все под контролем. О! Все под контролем. Сайт. Ну это хорошо, что я там постраховал, блин. Это классическая молодежь. Это кто там? Это скорость, физическое качество. Набирает обороты, это атака. Это кто сейчас? Опа! Фалишка была сейчас. Сан Саныч, вы финтили сейчас? Да, ну это мы сейчас это, в Оренбурге играли. Ой-ой-ой-ой-ой! Хорошо! Слава, там Элисон. Алисон, Элисон. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько вырвал? Я решу вопрос. На ближе. Да куда ты отдаешь? Это не мяч, к сожалению. Мане? Да, Мане там быстренько. Вот это вот. Сзади Мане уходит с фланга. Не дает пробить. Манеж бежит, Сан. Это я? Да, каждый тренер имеет право сделать замену. Ну, то есть поменять человека, который сидит с ним рядом. Амар, ты готов? Тренера менять нельзя. Забить. Это зачем побил? Как тренер будет играть? Как вы тут? Тренеры определяют. Хорошо. Это было неплохо. Домашняя загадка. Это называется гол, две передачи, Сан Саныч. Офсайд?
Нет, да нет. Не, голый. И буквально подарил мяч с ответом. Слава, ну что-то придумай. Я. Защитник. Да. Слава отобрал, а Рома... Хорошо! Воу! Защитите! Тихо, тихо, тихо. Ты что ты творишь? Тащи! Без изменений правил. Помню все-таки. Не-не-не. Что-что? Без изменений правил. А хотел такой. Че ты? Да не. Просто не заметил оппонента. А, видел, Слав? Подкат. Нельзя катиться, Слав. Куда ты бежишь туда? Хорошо, сами вперед. Полторы минуты, минуты до окончания первого тайма. Иди, Слав, решай вопрос. Решай! Все, все, игроки меняются. Ты видишь, какой у тебя пас, да, Слава? Я стою? Правила такие. Если начнете проигрывать, короче, то мы не, я буду, я тогда буду бить уже всех. Да, никого менять со стороны. Если я буду проигрывать, он... Она мне, ты чуть-чуть добавишь? По меню. Саныч. Не получилось. Ты что я творил, а? Слава, ты в шоке, Слава? Месси. Подача Лео Месси. Управляется по краю, но есть возможность добить мяч в ворота. Беги, беги, давай, дорогой. Комли, комли, комли. Сразу, по центру. Зачем? Подожди, что ты делаешь? Что ты делаешь? Нажимай. Это гол. Спасение. Это что ты делаешь? Давай, давай, вперед. Мы с ним поработаем. Да, там был шанс. Ой, как-то пас, да, не туда. Я сейчас свой темп делаю. Пас, да, быстро. Если будет ничья, то тогда будет сильный пенальти сразу же. Ой, на нарушение. Ой, сильный как дал. Фолы. По своей двигай. Конечно, не хорошо. Уже не давай. Ты мне бы повсадил. Как здорово защитник сыграл сейчас. Вырви. Конечно. Вандей. Конечно. И вот туда. Конечно. Это без шанса. Саныч, дальний. Два забил. Два. Ребята, вы будете играть? Сейчас еще время есть. Это кошмар, мастер. Что, время тянет? Дайте сильнее пас, можно? 70. А вот туда сам. Не, смотри, мы не играем так. Что, идет вперед, все ближе к воротам. Давай, вырезай. Вырезай. Вот, тащи, Ванечка. Покер. Просто покер. Давай, да, замену. Да, вы поменяйтесь, ребят. Позовите там чемпионов мира в эту игру, позовите. Конечно. Завтра приведем. Все, что ударю, все залетело. Что не делать? Не нервничайте, ребят. Это как бы игра все равно. Мне это как бы. Наконец-то. Хорошо, 4-2. А у нас удаление. Ну оптимизм, ребят, вам не отдавать. Не теряйте оптимизм, как вам. Чисто, ну как, кто к нему успеет первым? Вам не отнять это. Вот так. Что это? Че, игра? Победа. Ребят, Славочка, ты сделал свое дело, на ноль сыграл. Как обычно, 3 удара, 4 гола. Спасибо. Да, 3 удара, 4 гола. Спасибо, Ребят. Краснодар 2 сильнее, но Краснодар 2 старше, так что они быстрее закончили. Да. Че, реванш? Когда-нибудь, но не сейчас. Спасибо. Продолжаем подводить черно-зеленые итоги этого года. Ну и следующая порция гостей у нас, ну, такой двойной удар. Ребята, мальчишки из U16 Краснодара, U17 Краснодара. По-разному пока, наверное, идет игра. Ну, представлю в любом случае, наверное, да. Дмитрий Кучугура, капитан или не капитан? Еще не капитан. Ну, подрастешь капитаном будешь в любом случае, но игрок сборной России, да? Да. Тренер Александр Хромыков, человек, которого мы уже знаем, который к нам уже приходил. Еще один побывавший в нашем новогоднем эфире человек Андрей Атюцкий, главный тренер Краснодар U16, ну и самый веселый, самый такой разудалый паренек, который к нам сегодня присоединился, Даниил Чернов. Вот ты капитан, да? Да. Капитан Краснодара U16. Давай вот с тебя, Даниил, и начнем. Ну, коли ты уж на таком позитиве к нам пришел, как игралось, как сыгралось, что было вот в этом... Вот в этой части сезона.
Ну, как вам сказать, сезон по-разному складывался у нас. Первую часть сезона мы так вкатывались, потому что турнир для нашей команды новый, и давно официальных игр не было. И так первую часть сезона достаточно неплохо провели. Потом после паузы на сборные мы несколько игр так достаточно неуверенно, я бы сказал, провели. Но в концовке мы, кроме последней игры, я считаю, хорошую работу провели, но последняя игра – это вот как такой для нас нож в спину был. Мы, можно сказать, уже были уверены в том, что победим Коноплёва, но так вот сложились обстоятельства. И, ну, из этого мы какой-то урок вынесем в будущем, и, скорее всего, больше таких обидных проигрышей не повторится. А вот за первую часть этого года, да, то есть у нас же в любом случае год делится на две части, когда завершается один сезон, когда начинается другой сезон. Завершившийся сезон вот в этом году, там же серебро, насколько это было круто и приятно? Вы имеете в виду тот год, который, да? Да, 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 да. Просто год-то назад мы сидели и да, мечтали сидели о том, что вот разговаривали. Бы, сейчас бы туда да, бы, там, да. Насколько я помню, был отрыв 6 очков от «Зенита». «Зенита» бы тогда, тогда да, я да, вам да. сказал, что мы догоним, в итоге мы догнали «Зенит». По-моему, за три тура до конца с «Рубином» мы да, выиграли на выезде, вышли на первое место, и, по сути, было все в наших руках. Оставались там не самые сильные соперники. Это Строгино, Коноплёва и ЦСКА в последнем туре. Но, к сожалению, уступили мы здесь дома Строгино, сыграли в ничью с Коноплёва, ну, в итоге второе место. Надо бы Коноплёва просто как, каким-то образом исключить из вот этого чемпионата да. и вообще не париться. В одной лиге уже справились с этой задачей. Александр, вот сейчас, да, первое место, да, промежуточное, пока команда занимает. В прошлом сезоне, опять же, было место под номером 2. Мы опять же год назад мечтали и строили планы. Что получилось, что не получилось вот в этом году, если говорить об обоих чемпионатах? Ну, мы строили планы, да, по поводу прошлого сезона, но там была сложная ситуация, там «Зенит» достаточно уверенно шел по всей дистанции и практически никому шансов не оставлял. Они выиграли все матчи свои, за исключением одного, когда здесь мы их обыграли. Вот. Но считаю, что тот результат, которого мы достигли в том сезоне, он очень достойный, при том, что команда показывала хороший футбол. Это было отмечено и сказано ребятам со стороны руководства. Вот. Начали новый сезон, так в голове, наверное, держа задачу, хотя мы ее не озвучивали, не кричали там во весь голос, но мы все хотим, наверное, взять первое место. Начали сезон. И, в принципе, первый отрезок провели достаточно ровно, я считаю. И по качеству игры и по тому, как ребята прогрессируют, на наш взгляд, то есть мы пока довольны тем, что происходит. Но я бы, знаете, не стал много говорить и уделять внимание тому, что мы там находимся где-то в верхней части, первое место, да, скажем так, мы сейчас где-то в верхней занимаем. Части первое место, да. Да, нам, конечно, это чувство всегда лучше, чем когда ты, условно, находишься в середине, может быть, и, не дай бог, ниже там. Но, тем не менее, это лишь первый отрезок чемпионата. Если посмотрите в таблицу, там настолько все плотно. Поэтому нас впереди ждет очень такая конкурентная вторая часть чемпионата. Вот, и где мы должны выступить еще сильнее, если мы как бы хотим остаться на этом же месте. Поэтому нам расслабляться нельзя. И мы как бы сейчас есть возможность, скажем так, передохнуть, встретить Новый год в своих семьях. А чуть-чуть дальше расслабиться все-таки можно? Можно, да, можно. А потом уже предстоит серьезная работа на сборах. И, соответственно, я же уже сказал, что нам нужно будет еще сильнее выглядеть по ходу второй части. Раз уж речь о второй части сезона, о сборах зашла. На сборах на что обычно делаете акцент? Это и вам вопрос, и Андрей Иванович. Акцент делаем в первую очередь на индивидуальном развитии наших футболистов. Естественно, команда не может показывать хороший футбол, если тренировать только индивидуальных игроков. Естественно, там компоненты разные тренируются, но в
все это вытекает из того, какой анализ ты проводишь по ходу первой части сезона, что получилось, что не получилось, все это анализируешь и пытаешься решить это при помощи тренировочного процесса. Поэтому акцент будет делаться на всем. Андрей, но опять же, там, да, вот над чем, наверное, меньше всего предстоит работать, я, ну, опять же, там, дилетант, но предположу, над защитой, потому что что Ю-17, что Ю-16 в этом сезоне, ну, пока пропустили меньше всех вообще в своих чемпионатах. В Ю-16 второе место. По пропущенным второе все-таки, да? Да, второе делят, а в Ю-17 первое. Ага. Со Спартаком. Ну, то есть с обороной все в порядке? Или есть, опять же, проблемы? Ну, да всегда есть проблемы. Вот, всегда есть проблемы, и как над обороной, полузащитой, нападением, также мы будем в комплексе все это работать. Дим, что вот у тебя было в этом году интересного, крутого и, может быть, какого-то необычного? Ну, сборная России — это всегда хорошо, игрок сборной России, сразу же там поаплодируем, как будто бы там аплодисменты наложим, как будто тут прям огромный-огромный зал, актовый, все тебе хлопают, все тобой гордятся. В этом году я попробовал себя... Вот так начал. В этом году я попробовал, я вспомнил себя там лет где-то, наверное, в 16-17, и вспомнил, что я пробовал, и думаю, нет-нет-нет, это же нельзя говорить. На тренировках так? На тренировках за основную команду. Так. Не знаю, я... Сам пришел или позвали? Позвали. После матча «Зенита» мы обыграли со счетом 3-2, я дал там голевую и забил. И вот после этого матча там было интервью хорошее такое. И хороший вопрос был задан Александру Юрьевичу, на который он ответил, что главное терпение футболисту. И я придерживаюсь этого мнения также. Просто надо терпение, и ты попадешь туда, куда ты хочешь. Вот это самое такое, что происходило в этом году. Потом, когда карьера закончится, у тебя футбольная, ты можешь мотивационным оратором устроиться, работать и, в принципе, со сцены рассказывать, и все будут, ну, как бы смотреть на тебя и завораживаться. Слушай, у тебя же фамилия прям, ну, хорошая. Как? Да. Ну, опять же, да, там, ну, вот, я вот просто прочитать. Чернов, ну, все понятно. Атюцкий, понятно, тоже. Хромыков, понятно, тоже. Кучугура. Ну, то есть, коверкали как-то где-то? Расскажи, как это было? Да, самое смешное, где коверкали, это в Беларуси, когда мы ездили со сборной. Там товарищеские матчи были, мы играли против Белоруссии 2003 года. И когда я забивал, он начинал кричать там «Качугура», «Кучугура», ну не до конца договор, «Кучугур», «Кучугуров» там, или так далее, начал коверкать. И пересматриваешь матч, это так смешно выглядит, и ты понимаешь, что тем более это чужая страна, и допускать они могут ошибки. Да, не у тебя что было вот в твоей личной? Ну, за этот год мы первые полгода у нас, так скажем, прошли в академии. Из-за пандемии все турниры отменили. И только тренировки. Игр как таковых не было. А вторые полгода уже это старт чемпионата. И этот период я считаю самым запоминающимся. Это новые эмоции определенные получили. И опыт. То есть... Очень, как сказать, очень качественный опыт, который мы приобрели за эти полгода и сделали большой шаг вперед именно в развитии по сравнению с прошлым годом. Вот видите, чем отличается капитан от некапитана. Не капитан говорит про себя, а капитан говорит про всю команду. Вот. Корректируйте его. Ну, я добавлю, наверное, да, что обязательно нужно передать приветы в те города, откуда вот эти вот ребята там, да. Ну, согласись, Дань, что в город-герой Волгоград нужно огромный-огромный респект за то, что такого парня родили, такого парня нам отправили. Ну и, конечно же, привет тому городу, который ошибочно называет себя столицей юга, это Ростов-на-Дону. Тоненько. Я это все к чему? Где ты будешь отмечать вот эти праздники, где ты проведешь вот этот новогодний отпуск? Ну, скорее всего, с семьей, потому что это семейный. Потому что праздник. Я еще маленький, мне больше нельзя. Нет, потому что это семейный праздник, как-никак. И буду отмечать под Ростовом, в Батайске, с папой и с братом, сестрой и с его женой. С братом, сестрой и с его женой. Ну, это с женой брата. Нет, папы. А, я понял. Дань, ты куда отправишься вот в эти новогодние праздники? Понятно, что потом будет Абу-Даби и все остальное, но сначала. Не, куда там, Абу-Даби не надо. Ну, домой, в Волгоград, к семье и
ничего не планировал особо таких. Теплых стран нету. Ну, теплые страны, Андрей, же потом наступят после того, как ребята выйдут из отпуска, правильно? Да, у них наступит теплая страна, Турция, где они проведут... И горячий тренировочный режим. Да, хороших 45 дней, да, на 45 же мы летим, по-моему, дней, вот. Где они хорошо поработают, чтобы в дальнейшем провести чемпионат и закончить на мажорной ноте. На вот, вот к тренерам вопрос у меня последний. Что тренер загадывает перед Новым годом? Ну вот когда вот эти куранты бьют, Владимир Владимирович уже все важные и, может быть, неважные слова произнес. Это к вам обоим, по очереди можете отвечать. Я загадываю, чтобы у ребят не было травм серьезных, это самое главное, наверное, для них. И чтобы они с каждой тренировкой, с каждой игрой прогрессировали. Я знаю, что уверен даже, что у них, у каждого есть свои там мечты, цели, и чтобы они достигали их. Ну, аналогично. Я всегда же всем желаю крепкого здоровья, тем более вот в такое непростое время. А им тем более, потому что если у них будет меньше травм, нам будет, естественно, легче по ходу турнира, и мы не будем сталкиваться там с какими-то проблемами там, кадровыми. Если там никогда не загадываем ни первое место, никакое, потому что, ну, смысл его загадывать, потому что для того, чтобы его там достичь, например, это нужно, опять же говорю, много работать, все от нас зависит. Вот это в наших руках, скажем так. А так основное, это, конечно, здоровье. В общем, все, что я загадываю, это куда-то там на второй план отходит. Я там дом четырехэтажный, там машину какой-нибудь последней модели, а это, видишь, все о своей команде пекутся. И сейчас мы проверим ваши, ну, такие командные взаимоотношения. Ю-16 против Ю-17. Знаете, есть такая группа СПБЧ, самое большое, простое число. У нас СПБ, самое большое, простое слово. Мы сейчас вам дадим определенное количество букв, и из этих букв вам нужно будет составить как можно... длиннее, ну, как самое длинное слово. Там вы можете обсуждать, вам на обсуждение будет предоставлено, будет дано ровно 30 секунд. Вот такие буквы у нас есть. D-N-A-R-S-O-A-R-K. Итак, вот у вас есть маленькие команды, можете совещаться с игроками, можете не совещаться с ними, как вы это обычно делаете. 30 секунд пошло. Самое длинное. Бурное обсуждение. Какое, да? С какой буквы будем начинать? Ну и пока ребята обсуждают, я прям поаплодирую тому человеку, который эти буквы написал. И... конечно же, а что можно было еще придумать? Краснодар как-нибудь переиначить, и все было бы очень-очень хорошо. У вас, господа, 3 секунды осталось. 3, 2, 1. Сейчас, подожди. 3, 2, 1. Финальный свисток, и по очереди давайте записывать те слова, которые вы придумали. Повторяться уже нельзя. Давайте начнем с тех, кто помладше. Дань, бери маркеры, посмотрим. Но самое главное, что без ошибок. Сейчас тебе он прилетит. Ты не вратарь, но ты должен его поймать. Опа, не-не-не-не-не-не. Хорошо. Давай, пока они пишут, вы можете еще думать, да. Со... А что это? Ссора. Поссорились. А, поссорились, это значит 2С. Когда ссора, это там не доссорились. А 2 нельзя использовать? А, то у тебя нет уже второй буквы. Ну, а я 2 раза не могу. 2 раза не можешь. Не, ну, в общем, могу. Пусть будет твое слово ссора несуществующее. Давайте. А пусть это будет копа, как будто бы, да, это купа, это кубок. Копа, все, отлично, слово твое есть. У нас 2, да? Ну, я думаю, что если вы составите сейчас слово из 5 букв, то вы уже победите, потому что вы просто старше. У нас 2 по 6 есть. 2 по 6? Да. Ну, хватит пиши, одного. Пиши, ну, давай пиши, пиши оба. Д. Д уверен. Дра. Ко. Дракон. Ничего себе. А ну, давай второе сразу же тогда. Дракон. Это Александру Юрьевичу предоставлено. А, ну, матерное какое-то. Его детям нельзя писать. Вроде бы есть такое же, правильно? Ну, сейчас увидим. Или нет? Корсар, да, ну, петарда, да, 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 да. Петарда, корсар. Корсар это нет, это же пират. Ну все, принцип. А, нет, для детей корсар это петарда, для взрослых корсар это пират. Ребят, с Новым годом вас, наступающим. Ну, конечно же, желаем вам
прям так поплотнее отдохнуть, не набирать того, что, наверное, эти тренеры вам... Нельзя же им набирать ничего, да, в этом отпуске? Тренироваться, зарядки выполнять надо? Конечно. Программа будет, я думаю, да. Да, определенную программу, конечно же, выполнить, ну и с новыми силами выйти. Вам не буду говорить чего, потому что в прошлом году уже наговорили. Ну, а вам тоже не буду говорить чего, потому что да. В прошлом мы году уже наговорили. Кирилл, добавляй. С Новым годом, надо сказать. С Новым годом! Спасибо. Преподаватели Кирилла и учителя других воспитанников Академии к нам сегодня в гости пришли, как обычно к нам сегодня пришли в гости. Давайте представлять, Ирина Анатольевна Белкания. Большое спасибо за то, что нашли время, наверное, в плотном графике. Екатерина Шмелева, педагог-организатор, и Татьяна Леонидовна Чернякова. Русский язык, значит, это ваша зона ответственности, да? А вот вы когда проходите по полю, слышите, что там у вас ребята на русском языке рассказывают, кричат? Да. И? Цитируют Маяковского, Есенина. Иногда бывает и так. Ну, иногда Пушкина. Кирилл, вот что вы кричите на поле и как вы реагируете, когда мимо проходят учителя? Ну, я уже как тренер кричу, уже не как игрок, но все-таки краем глаза, периферия-то развита. Если видим учителей, вообще каких-то взрослых уважаемых людей, стараемся где-то поспокойнее, где-то чуть-чуть понизить тон, это все приветствуется. Ну, то есть учитель отошел и опять по старому. Ну, конечно. Маяковский, Пушкин. Конечно, все по списку. Мы год назад подводили уже итоги, да, Ирина Анатольевна, что изменилось, что нового в школе появилось, что старого осталось, может быть? Ну, новая появилась программа формирования языковой культуры русского языка. Нужно сказать, что это очень важно, потому что дети живут в стране, где говорят на русском языке. И как ни странно, на русском языке не могут выразить свои мысли всегда грамотно. И как в урочной деятельности, так и в неурочной деятельности мы эту программу реализовываем. Кстати, она была сформирована нашими педагогами в рамках федерального проекта Министерства образования. Старая, как вы говорите, наверное, все тот же радостный и тяжелый труд учителя, радость творчества, совместной деятельности детей и учеников, поиск истины, все это как прежде. А вот истины, поиск истины, истина вот в этих вот... Ну ладно, ты тренер, понятно, но в любом случае ты в наших-то сердцах футболист. Бывший, но бывших футболистов не бывает. Истина она где? В футболе или все-таки в учебе? Для них. Для них, для... Ну, скажем так, конечно, истина в успехе. Каждый человек хочет быть успешным, наши дети тоже. Но прежде всего наши дети хотят быть успешными в футболе. Нас это не огорчает. Мы же ведь учим их предметам не для того, чтобы они просто знали предметы, а мы их учим различным предметам для того, чтобы они были успешны в жизни. Поэтому мы радуемся их успехам и прилагаем все усилия для того, чтобы наши дети были успешны и в учебе, и в футболе, и в жизни. И мы все должны понимать, что геометрия обязательно нужна юному футболисту и взрослому футболисту для того, чтобы расчерчивать те атаки, которые рисует футбольный клуб «Краснодар» в фирменном своем стиле. Правильно, кружево, Кирилл? Кружево, кружево, те самые. Или кружева, подскажите. Вот он такой же, он такой же в школе был, да? Конечно. Вот постоянно вот с этими вот, да, со своими. Давайте, давайте, Кирилл, рассказывай. Ну вообще вот я хотел узнать, помните ли вы меня? Я-то знаю, но вот пояснить нашим зрителям. Очень много предметов, которые в обычных школах не преподаются. Такие, например, как шахматы. Здесь только я встречал, нигде более. Те же самые танцы. Одинокая дочка сейчас у меня плачет у экрана своего компьютера. Говорит, шахматы не преподаются, да? Уже все? Уже пошли в ход? Ну хорошо, вот когда мы начинали свой путь, здесь так сказать, это было в новинку, в диковинку. Танцы те же самые. Это все как-то необычно, создает какой-то антураж и новизну. Вот подскажите, с нами сегодня хореограф. Я правильно знаю? Организатор. Организатор, да. Хореограф Никита, он не пришел, он танцует.
Да, но тем не менее я тоже ставила хореографию. У нас совсем недавно было большое мероприятие, это нашей школе исполнилось 10 лет. И в рамках этого мы готовили большой творческий концерт, где была и хореография, и вокал. Ну все вовлечено, да? Конечно, да. Это прекрасно, это здорово. Я просто хотел минутку внимания этому уделить и выразить благодарность. Тут как бы какого-то вопроса не будет. Кирилл, тебе пригодились вот эти танцы, которые ты, ну, в школе изучал, на дискотеке, например? Конечно. Это прежде всего там они и нужны, эти танцы. Здесь, конечно, латиноамериканские какие-то могут развивать нижнюю часть таза, это и в футболе пригождается, безусловно. Но на дискотеке, где-то в клубе, да, то есть ты уже чувствуешь себя хорошо, чувствуешь себя королем этого дня и ночи. Так что спасибо большое, родная школа. То есть сочинение он хорошо писал, я так понимаю, да? Исключительно на пятерке, на дискотеке ему пригождается, видите ли. Татьяна Леонидовна, я так знаю, что, насколько понимаю, что еще одно нововведение там, да, существует. Это не только люди теперь будут, футболисты, ездить куда-то там за границу, например, на сборы, но и вам такая ответственность, ну, наверное, счастливая-несчастливая, не знаю, предстоит. Ну, я не скажу, что это такое нововведение, потому что это уже несколько лет. Я не учился, я не знаю. Не то, что несколько лет, да, много лет. Наши педагоги сопровождают ребят на сборах, организовывают там обучение. И надо сказать, что вот в этом году как раз-таки начало второго полугодия совпадает с началом сборов. И педагоги выполняют как программный материал на сборах. Ну вот, например, у нас в этом году с 2007 года ребята уже уезжают, это 8 класс, 8, 9, 10, 11. Так и ведется подготовка как к всероссийским проверочным работам, это 8, 10 классы, так и к государственной итоговой аттестации в 9, в 11 классах. То есть получается в этом году даже так – ребята возвращаются со сборов, и буквально через месяц наши 11-классники уже досрочно сдают ЕГЭ. А 9-е классы в марте, в начале марта, уже проходят итоговое собеседование, как один из вариантов, из особенностей, наверное, как одна из особенностей допуска к государственной итоговой аттестации. Поэтому на педагогов, которые отправляются с ребятами на сборы, возлагаются и надежды, и ответственность, и возможность подготовить, может быть, отредактировать что-то, дать возможность ребятам получить более высокие баллы. А какие-то послабления вообще существуют? Ну, все-таки это ребята, которые занимаются футболом, ребята, которые, ну, сильно заняты своими спортивными делами, или все-таки вот пусть учатся, вот как все? Понимаете, послаблений в государственной итоговой аттестации у ребят нет. Они сдают экзамены на общих основаниях. И им, кстати, некогда ходить к репетиторам, да? Ну, конечно, у них нет возможности ходить к репетиторам, как в обычной школе. Поэтому учителя занимаются с ребятами, и послаблений нет никаких в этом плане. Конечно, послабления какого рода? Мы можем заниматься еще дополнительно, оставаясь после уроков, где-то между тренировками. Ну, это уже совершенно другая история, наверное. Это, да. А на сборах мы готовим ребят очень серьезно и ответственно, потому что ЕГЭ. Ирина Анатольевна, ну, в любом случае, да, отличается, ну, так скажем, процесс обучения. Понятно, что никаких послаблений. Ну, ЕГЭ и есть ЕГЭ. То есть на ЕГЭ есть, или есть знания, или их нет. То есть их нужно приобретать. А ваш же учебный процесс, он несколько по-другому складывается, чем, ну, в обычной, например, средней общеобразовательной школе? Я бы не сказала, что как-то по-особому. Может быть, отношение к ученикам несколько другое. Потому что дети наши живут без родителей. И потому что дети учебу совмещают с любимым видом спорта. Это, конечно, они горят этим спортом. Им хочется добиться успеха. Но они должны освоить, как мы говорили уже, учебный материал, они должны быть успешны, они должны быть грамотными, образованными людьми. И поэтому все те же требования, которые в обычной школе, мы предъявляем детям. А организация наша, может быть, отличается тем, это индивидуальным подходом к каждому ребенку.
мы большое внимание уделяем внеурочной деятельности для того, чтобы детей заинтересовать предметной составляющей. Например, в этом учебном году у нас общешкольное дело «Лига любознательных», когда дети имеют возможность расширить свои знания, когда дети могут проявить смекалку, творчество, когда дети проявляют интерес к предмету. И нужно сказать, вот в этом, может быть, и есть какая-то особенность, изюминка. И не могу не сказать о особой любви наших педагогов и к детям нашим, и к своему предмету. И вот это творческое начало наших учителей, может быть, и делает наш процесс образовательный особенным. Я очень надеюсь на то, что вот такие, как Кирилл, закончивший уже, в принципе, школу, вас будут внимательно всегда слушать, и мы, когда будем сидеть на стадионе, будем слышать вот следующие примерно вещи, и не то, что там, рев, ты куда свистишь, а, уважаемый судья, мне кажется, что вы вот в этом моменте допустили небольшую ошибку, и судья с такими глазами раз, наверное, да, и будет свистеть в пользу уже нашей команды. Ну, еще одной особенностью, пожалуй, в нашей школе было то, что только мальчики там учились. Это было до нынешнего сезона, так сказать. Заулыбался. Я знаю, что он будет спрашивать. Конечно. И то, что вот нам не доставало, быть может, в наше время, сейчас появилось. Девочки Впервые. Впервые появились у дверей нашей школы. Вот расскажите, как поменялась вообще внутри атмосфера? Что изменилось, может быть, в учебном процессе? Какие изменения произошли? Насколько сильнее у школьников начали гореть глаза? Опа! Когда появились представительницы прекрасного пола, наши девочки, конечно, это стимулировало юношей демонстрировать свои лучшие качества мужские, в том числе и на уроках. Безусловно, явно или неявно идет борьба за внимание. Нужно сказать, что девочки наши и умницы, и красавицы, тут уж и мальчики, конечно же, изо всех сил стараются произвести на них хорошее впечатление. Девочки, чем они отличаются от мальчиков, кроме всего прочего, тем, что они отличаются большим прилежанием. И если они понимают, что в том или ином предмете у них есть какие-то недостатки, какие-то пробелы, они, конечно, к учителям с распахнутыми глазами, с вопросами. И здесь бальзам на сердце наших учителей, на душу наших учителей, потому что, конечно же, они с удовольствием делятся. Что соскучились, да, по таким ученикам и ученицам? Учениц, да. Галантны, помогают девочкам, рассказывают о тех правилах в нашей школе. Танцы свои показывают, да? Ну, это уже другое. Это же между прочим. Вы сказали, умницы и красавицы, все учителей. Кирилл, Екатерина, в этом же году десятилетие было отпраздновано, я так понимаю, широкомасштабно, красиво. Это было очень круто. Сейчас учительница русского языка за слово «круто», наверное, так, да, что-то не то он говорит. Да, как это все было рассказывать? Да, мы с размахом действительно отметили 10 лет, наш большой юбилей, и поэтому мы развернули такую программу, как вот на День города обычно, города Краснодара, но сейчас перед пандемией, к сожалению, уже не проводится, а у нас в наших стенах сначала мы, наш день с самого утра, не было утренней тренировки у ребят, поэтому они подготовились, кто-то репетировал номера, кто-то собирался в школу, и отправились на флешмоб. Мы делали два флешмоба. Первый – это «От всего сердца». Он посвящен был не только нашей школе, но и нашим мамам, потому что буквально накануне, за день до, был День матери. Ребята в спальных корпусах делали такие заготовки. Это «Большое сердце», где писали пожелания, где писали имена своих мам, и в дальнейшем объединили все это в большую мозаику сердца и сделали вот такой вот сюрприз для своих мам.
мам. И также второй утренний флешмоб был, это нам 10 лет, когда мы собрались вместе, крикнули вот с юбилеем школы, обозначили такой праздничный момент с самого утра. В дальнейшем ребята отправлялись по своим классам с классными руководителями, проводились инструктаж, слушали, как будет происходить наш день, потому что день насыщенный, и надо было не упустить эту возможность, потому что очень большая была программа, и надо было вовремя куда-то прийти, обратиться к учителю, познакомиться со своим новым куратором. В дальнейшем у нас состоялся концерт. Концерт мы готовили около полутора месяца, и там задействованы были и наши девочки, которые в этом году только пришли, они же также и пели, и танцевали, и состоялся большой праздник, и после концерта мы отправились на обед, был такой перерыв между нашей программой, и затем 20 тематических площадок начали свою работу. Да, большой размах, 5 направлений, это и профориентация, здоровый образ жизни, безопасность, дружба народов, то есть абсолютно разные по тематике свои площадки, где наши воспитанники могли чему-то новому научиться, то есть это были наши партнерские организации, которые привезли к нам какую-то свою программу. Это «Игры разума», где был и формат интеллектуального шоу. Это, например, ораторские поединки, где ребята могли попрактиковаться в такой вот словесной перепалке. Это про безопасность. Мы разговаривали про оказание первой медицинской помощи, про то, как собирать и разбирать автомат. Ну, то есть тематика площадок абсолютно разная. Фольклорные игры. Это музей Эйнштейниум, музей «Россия. Моя история». То есть мы хотели показать все образовательные направленности вот нашей школы, что это не просто развлекательное мероприятие, но и поучительное, чтобы здесь ребята могли что-то новое для себя вынести вот в образовательном ключе, но в интерактивной форме. По итогу проведения наших 20 тематических площадок ребята собрались вместе в холле второго этажа и участвовали в большой программе от кавер-группы «Ковер-самолет». То есть мы завершили, грубо говоря, такой дискотек, но тем не менее это был такой хедлайнер, который подвел черту над нашей насыщенной программой, и после все отправились есть праздничный торт, точнее 65 килограммов праздничного торта, который ждал нас в столовой. Он был тематически оформлен в форме киноленты всех лет, обучения с выпускниками, с их фотографиями. И таким приятным образом мы завершили наш учебный такой, учебно-развлекательный праздничный день. Там с позиции организатора можно добавить. Хорошо, что в следующем году 11 и ничего этого уже делать в любом случае не нужно. 2022 год, наверное, наступает, и люди, которые нас смотрят, это в любом случае родители тех ребят и тех мальчишек и девчонок, которые у вас учатся. Что можно им пожелать, что им обязательно нужно в 2022 году, выйдя вот из этих вот каникул, из этих отпусков, сделать? Давайте по очереди с вами. Ну, прежде всего, нужно помнить, что дети — это большая ответственность. И мы благодарны родителям за то, что они доверили нам воспитание и обучение этих детей. И хочется обратиться к родителям за поддержкой. Поддержкой наших начинаний, поддержку наших требований. Очень важно, чтобы школа и родители были едины в своем порыве дать разностороннее образование детям. Ну и, конечно же, всем здоровья и взрослым, и детям. Татьяна Леонидовна? Хочется пожелать, чтобы родители, дети, наверное, все, кто окружает наших детей, всегда их поддерживали. Поддерживали, понимали, иногда сочувствовали, думали так же, как они. Помогали им меняться, становиться лучше, развиваться. Конечно, здоровья, удачи, да, всегда быть в нужное время, в нужном месте. Да. То есть вот
такие пожелания в следующем году. Пусть он будет особенным, да, особенным. И, наверное, не переживать, потому что ваши дети в надежных руках. Вот мы в этом вас уверяем. Екатерина, тоже несколько слов. Да, я хочу пожелать нашим воспитанникам успехов, потому что им не только образовательная деятельность наша активная предстоит, но и творческая, и спортивная. И, конечно, да, у меня уже много планов на следующий год. Ну, в принципе, цифра 11, она же тоже волшебная. 1-1, то есть тоже нужно что-то придумывать. Карьер просто-напросто. Да, но ничего, совсем справимся, и мы в воспитанников наших верим. Но это не все. У нас есть, ну, определенные задания, которые мы, как обычно, всем нашим гостям, ну, вы помните, наверное, что было в прошлом году, не все, но помните. В этом году будет немножечко полегче. У нас есть две прекрасные бенгальские свечи, которые сейчас появятся в моей руке. Ваша задача, пока горит огонь, наверное, да, так называется наш конкурс, пока горит свеча, пока горит вот этот огонь, ну, просто сыграть, вот помните, как в города, да, Москва, Архангельск, Киров, Воркута, Лушта, Астана, и тому подобные вещи. Да. Вот таким же точно образом поиграть в футболистов. Ну, мы начнем с Кирилла, ну и уже пойдем вот по этой часовой стрелке. На Кирилле закончим, по-моему. Ничего страшного, если на Кирилле и закончим, то вы же можете просто вспоминать... Фамилии должны говорить, да. Фамилии, заканчивающиеся на последнюю букву предыдущего. Да. Можете называть своих воспитанников и вообще выдумывать хоть какие фамилии, потому что воспитанников-то много, и кто их сейчас всех как бы проверит. Поехали. Раз, два, три. Свеча горит у меня. Кирилл, давай называй фамилию, хорошо, пока она не перегорела. Так, ну, начнем с такого. Пока ты начинаешь, он закончится. Хорошо, давайте все быстро. Роналду, вам на У. Уткин. Хо-хо-хо. Носов. Нормально. Так. На В. Так. Вандерсон. Вандерсон. Ну и моя, наверное, очередь. Мое... Давайте я как будто бы проиграл. Да, как будто бы я проиграл. Я говорю, ты не проиграл. Давайте на этом, наверное, закончим. Все мы знаем, да, футболистов, которых вы назвали. Кирилл так и не сможет зажечь свою свечу, но как только зажжет, мы, наверное, все вместе поздравим всех с наступающим 2022 годом. Я более чем уверен. Ну, тут два варианта. Или бракованная она, или бракованный тот, кто ее не может зажечь. И я этого мы с вами не узнаем свеча сегодня. Друзья, еще раз всех с наступающим Новым годом. Давайте присоединимся и всем, вот тем, кто нас смотрит, поаплодируем за то, что мы все такие замечательные.